Сегодня покажу вам, как можно утилизировать остатки бисквита. Для этого измельчаем его в крошку и готовим крем из сливочного масла и сгущенного молока. Мягкое сливочное масло взбиваем, добавляем сгущенное молоко и тщательно перемешиваем. Получившийся крем постепенно вводим в бисквит в крошку и вымешиваем пластичную массу. Формируем из этой массы шарики весом около 35-40 грамм и выкладываем на противень. Охлаждаем в холодильнике 1 час или в морозилке 15 минут. Затем растапливаем шоколад и вставляем палочки, предварительно обмакнув их в шоколаде. Убираем на 10 минут в холодильник, а затем обмакиваем готовые кейк-попсы в растопленном шоколаде. Ставим в холодильник на 1 час для застывания шоколада. Все готово! Приятного аппетита!